подножия Алтайских гор на маленьком-маленьком островке посреди Голубого озера жила одна лягушка. В отличие от своих соседей, готовить лягушка не умела. Да и не хотела. А была она гораздо на всякие хитрости. Вот и сейчас придумала, как позавтракать. «Цапля летит! Цапля летит!» – закричала лягушка. Парик-квак-квак, парик-квак-квак. И... После такого сытного завтрака самое время подремать. А нет. Соседские лягушата расквакались. Эй вы, мелюзга! Глядите, луна на небе солнце затмевает. И вот однажды погналась лягушка за кузнечиком. С кочки на кочку и оказалась в лесу. А день уже к вечеру клонится, решила лягушка у муравьев заночевать.
Ква! Ква! Ялбан! Е! Э? Ква, ква, ква. Хорошо в муравейнике. Сухо, тепло. Но не мешало бы перекусить. Ква, 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 ква. Ася-ка-ся-ся. Ой. Где это я? Подумала лягушка. Солнце высоко, а я еще не завтракала. Пора домой. Заходите, буду рада. Проквакала лягушка и ускакала на свой островок. Не ожидала лягушка, что муравьи до островка добраться смогут. Глаза от изумления выпучила. Я сейчас в кладовку посмотрю. В воду болтык и спряталась на дне. Ждали, ждали муравьи. Ужинать пора. Лягушки все нет. Накормить нас обещала. Хотим, хотим, хотим. Кто? Соседка ваша. Брось, не бывать такому сроду. Нет запасов у нее. Возвращайтесь-ка скорее вы домой, пока светло. Бабунь. Затянули муравьи пояски потуже и побрели в свой муравейник. Так с тех пор с завязанными поясками и трудятся. Ура!
А обманщица-лягушка навсегда осталась пучеглазой.